Второй день недели российского ритейла. Мы разговариваем с нашими гостями, людьми, которые приехали на неделю. Валерий, расскажите, какие цели преследуете, посещая этот форум, и какие ожидания у вас от того, что здесь пройдет? Добрый день. Гусев Валерий. Мы производитель колбасных изделий «Стегус», новая торговая марка на рынке. Ну, буквально чуть больше года пытаемся выйти на рынок, как оптовый, так и сетевой. Были приглашены на мясной конгресс нашими партнерами и друзьями. Очень много интересного на первой сессии услышали о тенденциях рынка мясного и входа в торговые сети. Сейчас ожидаем вторую и третью сессии, где будут ритейлеры, и можно будет задать вопросы о дальнейшем движении, как, куда. Одной из тем мясного конгресса было новые точки роста. Услышали ли вы какую-то точку, с помощью которой можно расти? Да, услышали, и для себя делаем выводы, что в любом случае рынок меняется. Мы начинали свое развитие с опта, пошли в опт. Сейчас занимаемся продвижением в торговых сетях, в том числе и СТМ. Поэтому и планируем дальше двигаться локальной торговой сети и федеральной. Спасибо большое, не переключайтесь, скоро включение с новыми гостями.